Здравствуйте, это игра Клондак. Итак, четвертый заключающий, постоянный снежный лабиринт. Поехали. Тут нас столько встречающих. Ай-яй-яй. И профессор пришел, и бандит стоит, и торговец, и все нас ждут. Торговец, привет. Ну, сборщик. У меня их два. Но это вообще непонятно, что здесь делает. Деревья. Ну, обменник у него, скажем так, подкачал. Ну, только лишь флюгеры эти. 50 штук, 20 штук. Это вообще непонятно. Честно, непонятно. Ну, ладно, будем чистить. Давайте оценим размеры четвертого лабиринта. Итак, он у нас такой, как и все, по идее, не больше. Я помню, какие они бывают, эти четвертые лабиринты. Этот не такой, это обыкновенный. Так, Олюшка мне там уже помогла. Я специально на тех островах оставила ей помощь. Сейчас приму, ладно, и потом продолжу. Я решила, чтобы не бегать туда-сюда, пока мисс перенесла помощь на этот четвертый. Поставила чего-нибудь. Ну, главное, чтобы стояла, правильно? Правильно, помощь – это помощь. Чтобы она мне не выбила, она мне добавит энергетиков, коллекций и всего такого прочего. Так, а чего мы не работаем? Чего ждем? Я все-таки сделала яблочек чуть-чуть, чтобы хоть немножко, что-то я тут нажимаю и не могу никуда пойти. Не пускают. Странненько. О, пустили. Но это, заметьте, не сразу. Да ну, это что, шутка? Это где? А это где? Нет. Рядышком я не вижу ничего. А, вижу. Невнимательная, скажу я вам, невнимательная. По-другому не назовешь. Все, пошло открываться. Я уже думала, надо игру перегружать, если честно. Ну, чемоданчик один за одним идут. А, кстати, это же тут лабиринт, где чемоданов в два раза больше. Тут же и такие, и синенькие параллельно. Все острова, где он будет стоять, контрабандист, там же везде будут. Вернее, стоять он, скорее всего, может быть только здесь. Но на островах, каждый шестой, по-моему, остров будет у нас идти. Так, 50. Обойдем. Если что, поставим Олюшки. Вот это мы берем. А это ставим компаньону. Вот так вот, чтобы ей скучно не было. И это тоже заснеженный уголь. Все, компаньону. Компаньона обижать нельзя. Продвигаемся. Опс, кто-то слабо поел. И вот интересно, здесь будут большие камни или как? Так, походу здесь дальше некуда идти. Тупичок. А нам таки сюда. 35. Поехали.
А могли бы, кстати, нам в эти лабиринты добавить еще эту коллекцию цветочную? Но почему-то я ее тут вообще не заметила, к сожалению. Так, вот вход. Типа нам сюда. Кто-то опять слабо поел. Так, чистим. Так, вот что-то в углу большое, да? Или мне кажется? Сейчас пойдем посмотрим, что там будет. Убрать, убрать. Это, так это что у нас? 50. Это нашей Олюшки. Так, сбегать их, что ли, помочь? Хотя еще вроде помощи мало. Вы знаете, мне показалось, что на этом лабиринте растительность гуще, трава чаще. Ну, может, это просто показалось, не знаю. Кстати, у меня вот этих уже 1600 было. И синих я почему-то здесь не вижу. Может, еще попадутся? Ну вот, смотрите, человек купил плавочку чайную. А что он с ней делать дальше будет? Лучше бы на острове попадалось, из чего делать чай, чем эта чайная лавка. Как-то они так удивили, на самом деле. У меня уже чайная лавка стоит, потом уже ничего не делается, потому что у меня закончились ресурсы. Прикольно, что у меня раз совпало, что я и компаньон в игре. Я просто ставить не успеваю. Сама захожу, выбиваю, не выбивают. Это обалденная экономика энергетиков. Ну, чего-нибудь. Сколько у меня помощи? 100 рано вроде. Хотя кто его знает. Смотря что мне поставили. Так, работаем. Тут вон сундучок у нас. И до него таки надо добраться. Так что яблочки я привезла, они уже сказали до свидания. Пошли грибочки в ход. Но я таки особо не расстраивалась. Вы знаете, особенно в те моменты, когда вы играете в 4 руки с компаньоном, все чудесно. Часть выбили сами, часть выбил компаньон. То, что надо. Ну, пока миссия не находила на этом острове больших камней. Посмотрим, что будет дальше. Деревья на сколько? А деревья у нас на 30. Уберем, чтобы мне тут не закрывали пейзаж. Так, я, наверное, поеду сейчас компаньону, окажу помощь. Только вот это уберу кустик уже, чтобы видно было. А, на этом острове, видите, контрабандист стоит, а сундуков его синих нету. Синий сундук будет 6-м, скорее всего. Так, поехали. О, 95. Это он у нее... Подождите, это какой? Это третий. Да, третий, по-моему, лабиринт. Так, 27. Нашла я уже место. И это радует. А, кстати, а чего я водичку не открываю? Кто знает? Ой, даже не догадываюсь. Раз водичка, два водичка. Потому что эти штучки, а вот третья. Сейчас мы до нее дойдем. Не спеша, потихонечку. Тут можно и сюда дойти, как хотите называется. Любые варианты. Да,
Так, цветочечки. Первый цветочек. Деревцо. А где мы второе деревцо? Деревцо увели. А, вот нашла. Ну, третье деревцо. Не обнаружено пока. А водичку уже видим. Так, надо поставить этот камушек у ушки. Ладно, потом. О, она ко мне пришла в гости. Открыть. И тут принять. Что-то я здесь кусок такой пропустила прям. Удивительно. Бегала туда-сюда, называется. И не обратила внимания. Травку тоже. Чистим, чистим и все почистим. Так. Нам, пожалуйста, сюда, если что. Искать деревцо. Красивенькое, нарядненькое. Сорок пять. Ну, уголёчек, видите, маленькими кусочками, но пополняется. Ой, тут столько уголька прям. Я его все Олюшке поставлю. Тихо-тихо, едим, едим, едим. О, мы уже начали плюс 15. Аппетит приходит во время еды, называется. Это 70. Надо поставить. Так, я не иду к ней, пока не будет хотя бы 120. Она на третьем, там она будет мне ставить по 120. Что ж я приду такая вся в 90. Не солидно. Так. Ну вот это, пожалуйста. Там он сундучок. Я его нашла. И уголек освободить. И вот тут, пожалуйста, камушек. Все, можно идти в эту часть. Тут тоже проход. Или нету? По-моему, нету. Ну, тут давайте посмотрим, что. В общем, по-любому сюда. Да, все-таки мне кажется, на этом острове гуще идет травушка всяческая. Больше энергетиков уходит, чем на предыдущих. Хотя вот нет больших камней, да, там нечем, как говорится, там стараться убирать. Ну, вы знаете, лучше 5 больших, чем 150 маленьких, честное слово. Все-таки здесь проход. Поехали. Этот уголь я уберу все-таки сама. Пару травок. Честное слово, думала, что четвертый лабиринт, типа, самый сложный будет. Ничего подобного. Много энергетиков и даже не крупных. Тихо-тихо, сейчас поедим. Убрать, убрать.
тему. А, хотел где мой цветок. Так и нашелся. Мой маленький. Все, можно теперь открывать. Открыть. Ищите подарок на домашнем складе. Отлично. Лена писали Лена, я думала, написали Лена. Ты умница. Прикольно. Есть. Нужно открывать подарки смело. Сейчас сундуки еще пооткрываю. И мне доступны теперь временные лабиринты. Так, вот монеточки почему-то я пропустила тоже. Я даже не догадываюсь почему. Так, все это я сейчас открою. И у меня будет много-много-много энергии, которую тратить я буду уже на временном. Тут эти все камни и все такое я оставлю своему компаньону. Пусть играет. А вот еще. Мне надо каждый раз высчитывать. Плюс 440. У меня 440 штук оставалось с прошлого раза. Получается. Ну, в принципе, видео можно заканчивать. Вот мы и прошли. Это 4-й лабиринт. И на этом все. До новых встреч.